Диагноз грипп подтвержден уже у 7 жителей республики. Такие данные предоставило Управление Роспотребнадзора по Хакасии. 5 случаев – это грипп Б, еще 2 – так называемый свиной грипп. За прошедшую неделю с ОРВИ в больницы обратились почти 1500 человек. Тем не менее, в республике сохраняется неэпидемический уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями.